были только что мы в школе в нашем городе. Была надежда, теперь ее нет. Нам сказали, обязательно только в Берукс колледж, в интеграционный класс, в принципе, где Полина и учится в данный момент, чтобы это есть больше возможностей для изучения немецкого. Как-то так. Он сказал, что ему очень жаль, но это процедура неизбежная. Да, он, Полиночка, расстроилась немного. Так и шла сюда радостная была, а обратно идем расстроенная. Да, ребята, сказал, что вот это надо теперь нам только в колледже. Ну да, жалко, короче, да, что нас не взяли. Ну, видите, все говорят, там и в гимназии нам сказали, нет. И тут даже мы в 9 класс, кстати, пробовали, да, просились. В 9 классе нет места. Нету мест, переполнено, говорит. Если было бы место, мы бы взяли в 9, типа, на 2-й год, типа. Ну, это нормально в Германии. Это у нас там в Украине, в России, это... Позорно оставаться нет, на 2-й год. Не то, что нормально. Я же, это формальность, то, что я учусь в каком-либо классе. Да. Я чисто изучаю немецкий. Что я просто сюда ходила бы на курс, а не в класс. Да. Поэтому какой класс, вообще без разницы. Не то, что на 2-й год. Согласен, да. Ну, ребята, короче, будем думать теперь. Какой-то, может, колледж другой найдем. Нам еще сказала девочка, которая у Полины преподает, да, русскоязычный? Она в секретариате. Ну, в секретариате работает, короче. Колледже в Беруфе, она сказала, что может помочь перейти в другой колледж нам. Так что как-то так, но никак иначе. Следите за нашим каналом.